Дорогие друзья, я нахожусь в Макеевском художественно-краеведческом музее, в зале, посвященном Великой Отечественной войне. И хочу прочитать стихотворение известного поэта Донбасса, фронтовика Николая Рыбалка. В июне цветут цветы и пахнет созревшим хлебом. В июне взлетали мосты, на землю падало небо. Глаза ослеплял свинец, огнем обжигало лица, но сердцем прикрыл боец свой дом и чужие столицы. Броню одолела броня, и к небу, взлетая круто, горячим фонтаном огня ударили залпы салюта. Мы строим дома и мосты, и слышим мы каждый шорох. Мы знаем, как пахнут цветы, мы помним, как пахнет порох.